Good afternoon and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. Welcome back after lunch for our afternoon session, which will be on Islamic financial contracts. In the morning we had the fundamentals. Now we will look at a little bit deeper into the Islamic financial contracts. And let me invite Ustaz Abdul Rashid Zohreb. He is one of the Sharia scholars and one of the pioneers of Islamic finance in Kyrgyz Republic. And let me welcome him. I mean, he will introduce himself a little bit more in detail. Thank you so much, and welcome Dr. Abdul Rashid Zohreb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين أما بعد здравствуйте уважаемые участники курса исламские финансы рад всех приветствовать в первую очередь я хотел бы выразить слова благодарности организаторам в лице Лейсан также я хотел бы огромную благодарность выразить организации АЮФИ за возможность поделиться опытом, поделиться своими знаниями. Я буду, значит, так, слышно, да? Так как у нас запланировано сессия практически 3,5 часа, поэтому, скорее всего, она пройдет в формате интерактива. Буду задавать вопросы, получать ответы. Хотел бы немного рассказать о себе. Еще раз, меня зовут Абдурашид Устаз Джураев. Я являюсь экспертом в области исламских финансов, обладаю опытом более 20 лет, стоял у истоков внедрения исламских финансов на законодательном уровне в Кыргызской республике. Вообще страна является пионером в области именно развития исламских финансов. В последнее время занимаюсь активным исследованием в области исламских финансов. Начинал с команды, которая внедряла исламские финансы в один из наших банков на основе меморандума между Исламским банком развития правительством Кыргызской республики. И то есть я прошел практически с низов всю эту, скажем так, процедуру, начиная с простого сотрудника, заканчивая до, как говорится, самых топов в этой индустрии. На сегодняшний день я курирую проект, который является одним из крупных проектов. Он действует в Кыргызской республике, в России и в Азербайджане. На сегодняшний день, вот буквально за короткий период времени, 5-6 лет, данный финансовый институт осуществил более 750 тысяч сделок по исламским финансам. В рамках данного финансового института мы обучили порядка 1500 сотрудников. Сегодня данная компания, она удвоила свой финансовый портфель практически в 3 раза. Вот это все начиналось практически в начале 2000-х. Было очень тяжело, но мы, как говорится, вот этот весь тернистый путь совместно прошли. Я также являюсь, скажем так, членом рабочей группы аппарата президента, являюсь ключевым автором государственной стратегии по развитию исламской экономической платформы. Мы в 2016 году приняли гражданский кодекс, куда включили наши операции, я имею в виду, по исламским финансам. Также они отражены у нас в налоговом кодексе. То есть вот эта вся
нормотворческая деятельность, она очень такая рутинная, но вот, слава Всевышнему, мы это все прошли. Сегодня на стадии, значит, бурного развития, буквально 10 лет назад, даже меньше, да, 9 лет назад я был инициатором развития концепции исламского окна. Я хотел бы здесь узнать, есть ли здесь среди вас те, которые первый раз слышат об исламских финансах. Можете поднять руку? Окей, супер. Значит, для тех, кто вот не посвящен, исламское окно является подразделением либо отделом в традиционном банке, конфессиональном банке, который работает именно по исламским принципам. В начале нашего пути, конечно, очень много экспертов, так называемых, да, очень много скептиков критически относились к этому. В данный момент, так как данный проект, данная концепция, она показала очень высокие результаты в части финансов, в части именно оздоровления вообще практики бэнкинга, последовали государственный банк у нас. На сегодняшний день у нас около 6-7 банков, которые осуществляют деятельность по исламскому принципу финансирования. Конечно, в рамках исламского окна. Что к этому еще добавить? Значит, по исламским финансам я начинал вообще с Европы, обучался долгое время в Европе. Далее потом меня занесло в Персидский залив, Юго-Восточной Азии. И на сегодняшний день я продолжаю перенимать знания, опыт, так как исламские финансы — это целый мир альтернативных финансов. Вот что, все, что есть в традиционном бэнкинге, оно все практически зеркально отражено в исламских финансах. Исламские финансы являются частью исламской экономической модели. И сегодня вот после пандемии, после определенных кризисов, в мире также развиваются исламские социальные финансы. Английский говоря, Islamic Social Finance. Очень бурно развивается в Индонезии, на Филиппинах. Также вот в Европе есть хорошие, значит, примеры. Итак, если вам с первой части, как говорится, многие вещи, базовые вещи были разъяснены, я хотел бы сегодня затронуть такие концептуальные вещи, которые не связаны с исламскими финансами напрямую, но они затрагивают жизнь каждого из вас. Кто-нибудь есть здесь среди вас, кто вообще не обращался в банк? Окей. Значит, есть еще такие люди, да? То есть вас нужно будет в Красную книгу, наверное, занести. Я вот, с одной стороны, хотел бы сказать, что те люди, которые сегодня, ну, скажем так, занимаются просвещением исламских финансов, они, это очень сложные, по сути, по структуре, по природе инструменты. Их необходимо очень тщательно изучать. Любое какое-то неправильное, скажем так, воплощение, реализация, она может стоить, скажем так, дорого банку. Почему? Потому что здесь страдает имидж банка. Есть такое вообще в мире глобальная практика, что были разработаны ценные бумаги Суккук. И так как они не были, скажем, обеспеченными в исламских финансах, именно ценные бумаги Суккук, они должны быть обеспечены. И вот так как они не были достаточно хорошо обеспечены, и мнение одного из ученых повлияло на целый, скажем так, рынок исламских финансов. То есть он, изучив европейские какие-то бонды, исламские и так далее, он, скажем так, издал фетву или свое мнение шариатское какое-то заключение дал в отношении этих ценных бумаг.
и в мире резко, получается, произошло, скажем так, нестабильность на этом рынке. Поэтому вот эти нюансы, тонкости, они очень должны тщательно все быть взвешены, отрегулированы и так далее. На сегодняшний день, благодаря организации АЮФИ, вот есть такое правило, что соберутся три теолога, да, будет четыре мнения. Вот организация АЮФИ, дабы такого не было, она, значит, что сделала? Она стандартизировала, значит, большую часть финансовых взаимоотношений, дабы такого, скажем так, переполоха не было на рынке исламских финансов. Сегодня есть, значит, такие организации, которые занимаются выпуском, разработкой стандартов, это в Бахрейне, а также в Малайзии. Вот, значит, это такое небольшое вступление. Если есть у вас вопросы, вы можете задать. Я подойду. Так. Итак, я начал сдалека, конечно, у вас сразу, наверное, удивление, что он там еще придумал, да? Потому что также я занимаюсь разработкой инновационных продуктов в данное время с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий. В данной сессии я не буду сейчас вас заставлять сильно думать. Все будет, как говорится, очень просто, размеренно. Итак, наша тема – залог. Это, значит, эта тема не только касается исламских финансов. Она может у каждого в жизни встретиться. Если